Ну что, ребят, всем привет. Уже собрался на охоту, видите, разлетает. И позвонили мне уточек забрать. Это вот уже вторая партия у меня. Свет плохой, солнышка нет. Вот такие вот уточки. В общем, целый пакетик. Сейчас мы их завакумируем и поедем на охоту. К чему, ребят, это видео? Вот мой вакууматор большой. А этот, который мы еще хотели в прошлом году разыграть, вот он уже год у меня лежит. Все просто. Подписывайтесь на группу. Посмотрим, я ссылочку скину. Либо на YouTube канал. Вот ребята продают такие вещи. Вот у меня побольше вакууматора. Я им уже второй год вакуумирую. Вот пакеты к нему я приложу. И сейчас этими буду вакуумировать. Вот кому-то повезет. Обязательно комментарий, ребят, под этим видео. Чтобы по комментариям. Один комментарий оставите. По комментариям я буду разыгрывать. Выберем с помощью рандомайзера один комментарий любой и отправим человеку. Все, в стороночку. Не знаю, показал я вам поближе. Вот такой вот вакууматор. Фрукты, овощи, где там ягоды, грибы, все что угодно, мясо. Можно вакуумировать. А это, ребят, мой. Уже помощнее. Всем рекомендую. Сейчас я вам покажу пару уточек, как это все происходит. Ну и встретимся с вами уже на охоте. Пакет, ребята, покупаю там же, откуда вакууматор пришел. Они всякие разные, видите, просто лента идет. Сами обрезаете, какой размер вам нужен. Сами заклеиваете, он же клеит вакууматор, запаивает. И какой вам определенный рукав длинный нужен, видите, рукавом сделан. Есть уже готовые пакеты разных размеров. Вот. Я сейчас просто черочков буду, вот этот рукав он очень удобный. Вот этот рукав буду обрезать ножницами и запаковывать. Как видите, отрезал маленький кусочек. Как раз вот сюда войдет черочек вот такой. Он как голубь. Есть черочки покрупнее, есть вообще мелкие, мелкие. Вот он как раз сюда как голубь и войдет. О, вот такая получилась упаковочка. Сейчас запакуем, посмотрите. Закрываем. Оп, прижимаем хорошо до щелчка. Включаем. Интересный процесс довольно, приятно наблюдать. Интересно наблюдать за всем. Все, это пошла запайка. И, ребят, так как эти пакеты будут лежать у меня вакуумированные всю зиму, я стараюсь сделать две пропайки. Вот видите, с этой стороны сделал две. И сейчас вот я вытащу, кнопочки открываю, слышите, воздух выходит. И делаю еще одну пайку. Чуть-чуть сдвинул, закрываю до щелчков. И просто кнопку пропайки нажимаю, чтобы второй раз пропаяло. Чтобы, не дай бог, не попал воздух. Чтобы дольше хранилось. Все, кнопочка погасла. Открываем. Вот они, две пайки. Вот такая вот получилась уточка. Вот еще одна у меня большая. Видите, как ее сжало. Ладно, сейчас я это все с пакетом уток проделаю и вам покажу. Давайте посмотрим, как Саша сейчас уточку сдавит нашу. Вакуумируется и запаивается. Сейчас лампочка погаснет. Вот такая красота у нас получилась. То есть будем мы зимой кушать не колбаску с картонных коробок, а экологически чистый продукт, изготовленный по ГОСТу. Это вот уже не первая партия. Первую партию я все раздал родственникам, друзьям. Вот, ребят, где купить, ссылочку в описании сброшу. И не забивайте о розыгрыше. Напишите, пожалуйста, под видео просто слово «участвую». И все, и кому-то из вас он достанется. И упаковочка вместе с ним пакетов. Ну что, ребят, все, давайте. Поехал я на охоту. Встретимся на охоте с вами. Ребята, всем привет. Сижу, как зяблик тут озяб. На улице минус один. Ветром маленечко лед разбило. Решили закрыть охоту. Уже все замерзает. У нас сегодня такой субботний денек. Вроде и ветра было, не охотничья погодка. Ну вот помаленечку раздувается, и снежок иногда пролетает.
Сейчас заплываем, готовимся. Нас 4 человека, 2 ушло туда, за спину туда, сзади меня. И мы сейчас попробуем вправо на чистую воду. Постоим там, а потом уйдем тоже в камыш. Подъезжали, ну, с 1000 уточек поднялось, взлетело, ушло. Посмотрим. Сегодня как бы суббота. Должно что-то летать, налетать. Люди друг друга пугают, на болотах все равно получше будет. Единственное, что очень холодно. Все, заплываем. Поехали. Встали на место. Ну, пока лёта никакого нет. Ну, закроем хотя бы спиток, да, Антоха? Бензин капает. Ага. Давай опустим мотор. Хотя бы спиточек бы нам добыть. Пробка уже не держит. Резиночка пропала. Чё мы там добыли? В уточка постояли мы. Вот он. Или гоголь, не знаю, в левуток. Такой жирный, плотный прям. Антоха сбил. Он начал нырять. Думали, уйдет. Нет, далеко не ушел. Белопузий вот такой вот. Красавец. Плотный прям такой. Мясистый. Будет Антоха жарить в духовке. Че, пописярим сейчас, и чтобы сильно не мерзнуть. И будем дальше стоять. Пропустили, пока тут залазили. Курень ломали, пару уток. Хорошо налетели, черочка в парочку. Ты за утками-то наблюдаешь? Конечно. Пить-то нельзя. У меня за рулем 2,5 кобылочный мотор. Могут и прав решить. Ты куда столько налил-то? Хрен знает. Дай запить что-нибудь. Вон лимонад или что там у тебя? Вон лимонад и стоит. Ну, Антоха, за закрытие охоты уже. Давай. Закрываем уже в этом году. Хватит. Давайте, ребят. Хорошая святая вода у тебя. Как называется? Спортик. Сейчас спортика. Бахнем, и охота наладится. А давайте разговаривающие. Давай. Крылышки коченевские. Серьезно? Сейчас попробуем. Свеженькие, вкусные. Рекламу коченевским производителям сделаю. Вкусные, правда. Ну что, ребят, стоим, мы тут стоим. Вдалеке бывает, пролетит одна. Какая-то не местная. Места не узнает и уходит дальше. Решили мы по второй. Доставай уточку. Ребят, вот мы закоптили уже нынче уточек. Сегодня такой, знаете, больше разговорный, наверное, процесс будет, чем охотничий. Вот такая красавица получилась. Очень вкусно, ребят. Палец только оставь мне. 10. А, ну да, пальцев 10. Ну, между первой и второй. Давай. Да под хорошую закуску, да под огуречек. Помидорчик. Помидорчик. Все, это мне, слушай, мне после первого уже хорошо. О! Вот два спортика брать. О, слушай, да. Помидорчик полежал на морозе, 0 градусов, минус 1. Такой вкусный стал. Налился. Красота от деревни-то. Радует свои помидорчики вкусные. Уточки. Кажется, жизнь налаживается, Антон. Не все так плохо, оказывается, в жизни. Сажусь, Антоха. Крякаю. Бьем. Заклинило. У меня заклинило ружье, прикинь. Сука, прикинь, первый патрон не стрельнул, осечка. Иду на нас. Нормально, на нас. Опять осечка. По-моему, по третьей нам уже не нужно. У меня 2 осечки подряд, 2 табуна и 2 осечки. Так что за патрон? Патрон-то вроде свежий, феттер. Ну, удар байка есть. Умятина, он должен был стрелять. Не, он не пробил это, ты что? Он не пробил байок, я тебе точно говорю. Ну ты как эксперт, да? Можешь мне заключение дать. Смотри, пробитый байок. Ну, пробитый. Это пробитый, а этот не пробитый у тебя. А почему? Значит, ударник не пробил его. Не знаю. Я тебе говорю, патрон не пробитый. Что-то прям вообще неудачно.
Оба раза налетело и оба раза осечки. Давай по третьей. Иначе удачи не видать. Закроем, конечно, охоту сегодня по-человечески нормально. Все в пределах разумного, конечно. Вот он, приказ. Четко находим. Осечка, да что ты, Да что же это за такое? Он хорошо налетел. У меня вообще такого не было. Я не знаю, что за фигня. Одна есть. Есть, ага. Падай в воду, На. Вот ту можно попробовать добрать. Она куда-то вот сюда упала. Она сейчас вся идет на чучела. Да, нет, вот так, вот. Вот так, прям поперек. Нас, чтобы они стояли. Чтобы она в лоб заходила и видела. Вот, а здесь мы сейчас лодочку с тобой спрячем. Нормально, тут камышек. Давай чучело ставь. Давай, лодку спрячем там. Давайте, подошли, ты чучело ставь. Все, первый пошел. Второй пошел. Все, выстоял. Сейчас там вот под тот курмиль прям лодку засунуть, бы видно не было. Вот сейчас она должна на чучела находить. Но опять же, сейчас разойдемся, один может быть правее, один левее станет. Не, Антох, бери вправо, резко вправо. Нам с тобой за тот курмиль надо будет поставить. Вот за этот. Да? Да. Нас вообще тут видно не будет. Не, ближе. Ага. Вот сюда прям. Все, сейчас камышек приломим. Неужели мне что-то с ружьем тоже? Ну не пробивает он. Смотри, не пробивает, ёпта мать. Но это не патрон. На, это у меня что-то ружье нахуй. Увидела чучела. Готовься. Он не зарядил патроны. Слушай, да ты. Ладно, я ружье разобрал, сижу тут. Они выпали нахуй, да, открылись, видимо, нахуй. Вот они два лежат нахуй. Ты что? Ждем. Бьем. Есть один. Так, один. Ой, этот тоже есть, Антон, сейчас упадет. Все, готов. Он живой еще. А, точно поплыл. Подожди. Я посмотрю. Да, живой. Бей. Все, теперь точно не живой. Что-то такая крупка, будто дурь крупная. А что это, слушай, даже не чирок, по-моему. Не пойму, что за утка. Или чирок. Или уток. Северная, наверное. Все, уже северняк у нас. Последняя проходит. Больше утки, наверное, не будет. Показывал вам, ребят, вот они, вот чучелочки стоят. Вот они, чучелочки по кругу. Чучалки. Штук 16 я с собой всегда, 15 вожу. Больше не беру. Нормально пошло дело. Он нырнул, иди туда. Иди вперед по камышу. Он одного принес. Один там сейчас. Дальше вон он лежит. К берегу его принесло. Забирает его. О, ребят, в принципе, уже закрылись хорошо. Три штучки, уже отлично. Да, вот это наши. Заклинило опять. Вот справа находили. Вот он идет. Есть, вот это красота. Вообще.
Вот это красота! Вот это да! Красиво! А, да что с ружьем-то? Боже мой, ну осечки! Ты это, не позорь меня перед зрителями. Смотри. Ты-то специалист, это либо шило хвост, либо серое. Да брось ты чё? Крикаш тебе. Ох и крикаш. Вот твой крикаш. Жирнючая. Ах. Красота. Идёт сюда. Начала. Не вижу, где она. Есть. Да есть. Я сейчас ветром принесет. Вот я. Находим. Садись. Ни хрена мы в одну утку, блядь. 10 патронов. Есть одна. Это я попал. Или ты попал. Добивай, смотри, чучело, жалко. Есть. Контейнеров нормально прям вообще. Крепкая утка вообще. Столько патронов. Ветерок сейчас будет. Нырнула. Та вот лежит. Добили мы ее. Дальняя. А это столько патронов истратили. Нырнула бесполезно. Вот она должна была уже где-то вынырнуть. По всем параметрам. Ну где? Не может так долго под водой быть. Вон она. Опять нырнула перед самым камышом. Добил. Вот она. Добил. Красавчик. Добил. Опять нырнула. Да не может быть. Вот она, Антоха. Вот она, опять вынырнула. Добил. Ну неужели портит тутку? Это хуже всего. Молоток. Плывет еще? Да ну нафиг, как плывет? Это что за утка? Где она? Вот она, нет? Все, я ее не вижу, но, видать, в камыш заплыла. Ну, сейчас принесет, узнаешь, что это за утка. А вон вдалеке плывет. Это вот предыдущую мы сбили. Вот она. Ее сюда ветром несет. Хорошо, ветерок сюда. Ее сюда подносит. Очень удобно. Ну, фетер нормальные патроны. Сейчас попробуем с них пострелять. Ну, это, ребята, однозначно что-то с ружьем случилось. Что-то ружье у меня косячит. Это 100%. Фетер четверочка. Попробуем сейчас с четверочки пострелять. Хотя бы еще с десяток бы добыть. Было бы хорошо. Что там это за уточка? Первая. Вот, ребят, что мы сегодня уже добыли. Сейчас я вам покажу. Короче, как и нормальные любые пацаны, у нас сегодня без косяков ничего не происходит. То осечки. Вот 5 уточек. Вот так вот. Нормальная охота. Вот уже 3 часа охотимся. Ну, все равно что-то есть, ребят. Не пустые. Вот. Не вижу. Сел, бей. Вот давай. Да ёб твою мать. Ну он сел, я его не видел. Все, ребят, выходим. Ищем прогал на берег. Все. На сегодня. Ну вот мы и закончили свою охоту. Уже стемнелось. Вот такую красоту мы добыли сегодня, около 10 штучек. Утка всякая, и черок, и вуток, все лизни прекрасные, нормально, где-то 9 штук, отлично. Все, ребят, спасибо, что смотрели, давайте всем пока, мы поехали буксовать.